програма «Давайте з'ясуємо» і я, її ведуча Наталія Зайченко. Вітаю! Сьогодні підводимо підсумки розвитку авіапромисловості країни за цей рік. До речі, незважаючи на різні умови, в Україні сьогодні збереглися підприємства, які здатні конкурувати в сфері високих технологій з провідними західними фірмами. Повний цикл створення авіаційного двигуна – це завдання, яке під силу лише кільком державам світу. Незважаючи на економічні труднощі, державне підприємство «Івченко Прогрес» успішно розвивається. Над якими проектами сьогодні там працюють? Яке місце їх продукція здатна зайняти на внутрішньому і міжнародному ринках? І чи є майбутнє у авіації? Гість студії – генеральний конструктор, директор державного підприємства «Івченко Прогрес» Ігор Кравченко. Вітаю, Ігорю Федоровичу. Ну що, почнемо ось з чого. Україна переживає непрості часи, економічні умови не дуже сприятливі для розвитку підприємств, особливо такого важливого державного підприємства, як ваше. Але офіційна статистика свідчить, що двигуни, створені державним підприємством «Івченко Прогрес», серійно випускаються підприємствами України та країн СНД і експлуатуються більш ніж у 100 країнах світу. Як вам вдається в нинішніх непростих економічних умовах закріпитися на такому глобальному ринку? Прежде всего, это, конечно, конкурентоспособность. Это значит, что наша продукция качественная, что она производится по всем авиационным правилам, и потребители ею довольны. Ясно, чтобы удержать это качество, нужно постоянно работать. У нас система качества сертифицирована в настоящее время, и мы каждый год подтверждаем аудитом эту систему качества. И, конечно, это прежде всего передовые разработки. Но для всего это нужны деньги, и чтобы конкурировать, нужны вложения. И здесь у нас, как бы, мы создаем все новые двигатели, у нас система разделения рисков. То есть мы очень тесно работаем с предприятием «Моторсич», которому я благодарен, которое много инвестирует в наши новые разработки. Харьковский куст предприятий, который нам сейчас обеспечивает практически все агрегаты. И все новые моторы мы именно делаем. Каждый вкладывает в свою продукцию финансовые средства, и затем уже от полученной продукции, от продаж мы получаем. Ну, конечно, для этого нужно очень также работать на рынках, нужно работать с покупателями, с потребителями. И у нас также эта система, как у нас, так и на «Моторсич», так и в «Карьке», она сильно развита. И мы выступаем как один куст. То есть у каждого, у кого есть возможность продавать нашу продукцию, они также в этом отношении работают. Поэтому создать качественный продукт и предложить его на рынок, и предложить его более выгодно, чем наши конкуренты, это основа нашего развития. И мы эту систему совершенствуем, постоянно работаем с нашими покупателями. Как видите, они на сегодняшний день довольны. И мы, я бы не сказал, что мы сильно потеряли рынки, а некоторые рынки даже приобрели за последнее время. Какие рынки наибольше востребованы сейчас у вас? И какие новые рынки вы открываете або плануете открыть в найближчий час? Конечно, мы сейчас очень много работаем с рынками Индокитая, работаем очень напряженно также с Китаем. Но, тем не менее, эти 100 стран, которые вы назвали, каждая страна дает свой вклад больше-меньше процентов, но для нас все потребители для нас очень важны. Да, мы развили за последнее время новые рынки, мы начали работать с Европой, это с австрийской фирмой. Мы начали работать сейчас немножко также с Турцией. Это также, также новые рынки, те, которые мы до настоящего времени работали. И мы также стараемся, как я говорил, сохранить те рынки, которые есть. Мы встречаемся с нашими потребителями и стараемся им предложить выгодные условия, которые были выгоднее наших конкурентов. Коли я готувалася до нашого інтерв'ю, я знайшла цікаву інформацію, що на міжнародних авіаційних виставках успішно демонструвався австрійський літак з двигунами розробки вашого підприємства. Але це такі досвідчені зразки. Чи вдалося налагодити цей проєкт в серійному виробництві і, що важливо, на європейському континенті, де конкурувати, як ви самі кажете, завжди складніше? Ну, я могу сказать, что в настоящее время мы здесь сделали прорыв. Мы уже получили первый серийный заказ. Будет поставлено 35 серийных самолетов. Значит, более того, в районе 40 двигателей, потому что нужны запасные. И это уже серийная продукция, которая нужна потребителю, который будет покупать потребитель. Сам самолет DAR-450, я считаю, это, по сути говоря, лучший самолет в своем классе для первоначального обучения летчиков.
Это современнейший самолет в настоящее время. Он очень конкурентоспособный, и многие страны сейчас мира к нему присматриваются. И начав этот проект, наверное, где-то лет 5 назад, вот видите, мы наконец-то начали получать конкретные деньги, начали получать контракты. И я думаю, это только начало, потому что в перспективе мы ожидаем продать именно этой модификации двигателя. Я думаю, что мы около 500 двигателей, не менее, мы продадим в результате этих всех работ. Потому что начало продаж – это реклама сама работает. Как только начались продажи, сразу наши партнеры, другие авиационные, они смотрят, что двигатель хороший. Да, если он сделан европейский, даже партнер его выбрал, значит, можно и нам применять. Сейчас есть переговоры с рядом стран также по применению данного двигателя на своих летательных аппаратах. Ігоре Федоровичу, головний двигун розвитку будь-якого підприємства – це колектив. Щодо людей, чи нема у вас проблеми із спеціалістами наразі? Ну, наш успіх – це одна із головних составляючих успіхів – це люди. Ви розумієте, все, що зроблено, починаючи від качества, від всіх розробків, все це роблять люди. Сейчас у нас и все время прогресс был знаменит тем, что у меня был очень сильный коллектив профессионалов. А главное в нашем деле – это именно профессионализм. У нас на всех постах стоят профессионалы. И да, у нас с кадрами сейчас определенно есть… Я бы сказал, что нету того золотого дождя, который был раньше. Но, тем не менее, кадры приходят молодые, очень способные, отличные ребята. У нас прекрасная молодежь, я ей полностью доволен. И они берутся с энтузиазмом за дело, в них горят глаза, а это самое главное. Поэтому я могу сказать, что у прогресса есть будущее, потому что у него есть такая молодежь. А чему не на 100%? Немає кадров, потому что их не обучают? Чему немає кадров? Первое, это, конечно, очень сильно сократилось именно количество специалистов, которые готовят вуз. Потому что у нас, к сожалению... Для вас машинка готує? Для нас, у нас где-то два института базовых. Это Харьковский авиационный институт, который больше конструкторов, расчетчиков готовит. И машинка, которая больше готовит технологов. Угу. Поэтому по самой специальности... Вот я лично кончал Харьковский авиационный институт, нас заканчивало где-то 250 человек. Вот, конечно, 250 человек можно выбрать, допустим, более способных. Сейчас... В общем-то, заканчивают там порядка, наверное, человек 50, а может и меньше. Это по всех специальностям. Это технологи, конструктора, расчетчики, все-все. Поэтому и у нас в стране, к сожалению, пропаганда именно технических профессий, она очень слабо развита. Все менеджеры зараз. Да, ну у нас, я вот читал статистику, там на одно место менеджера 13 человек. Все хотят сразу быть директорами. А ведь, чтобы стать директором грамотно, нужно пройти все ступеньки. Это очень нелегко. И техническое образование, я считаю, что именно дает наибольший кругозор для руководителя. Я почему так считаю? Потому что вот с моего выпуска, мы закончили институт, есть банкиры, которые руководят банками. И работают в правительстве люди. То есть во всех самых, как бы сказать, тех областях, которые даже не авиационных областях, но те знания, которые они получили, прежде всего, это нас приучили работать ответственно, потому что авиация нас за каждую ошибку, допустим, сразу отстраняли или от экзамена, или от сдачи курсовой. Это вроде все правильно. Ты сделал там, получил там, неправильно перемножил, все правильно, но неправильно перемножил. Механическая ошибка. Все, курсовой не сдан, все не сдат, иди переготавливайся. Поэтому приучили да, к ответственности. И в целом я готов, доволен. Подготовка, я бы сказал, что немного, конечно, меньше, чем у нас было, но тем не менее готовят неплохих специалистов в наши вузы. І молодіж теж так працює відповідально в нас. У минулі роки ви розповідали, що у вас багато династій на підприємстві. Збереглася ця традиція? Звісно, збереглася. І ми при прийомі на роботу, ми всі завжди мають льготи ті працівники, які працюють. Тому що це залог того, що і сам працівник, який вже більш пожилий, буде відповідально працювати. Тому що він дивиться, що йому треба підготовити місце своєму сину або дочці для того, щоб...
они и дальше жили. Когда молодой человек поступает на работу, ну, допустим, там 23 года, то до 60 лет ему работает 37 лет. И поэтому, если он идет на наше предприятие, он понимает, что он 37 лет проработает. И для этого должна быть ответственность и родителей, или там родственников этого человека. И они также воспитывают этого человека, потому что они передают свой опыт, свое отношение к труду. Это очень не просто важно, а это очень важно. Ігор Федорович, ну, як ви самі казали, прогрес – це рух вперед. Про які ще перспективні проекти в області авіації можете розповісти на ближчий час або, можливо, на майбутні роки? Ну, крім ми, знаєте, що за останні, по суті, роки, 5 років ми освоїли цілу гаму вертольотних моторів малої мощності, і вони дуже успішно применяються. Двигатель для малой авиации, вот тот же «Дарт» и другие самолеты, которые мы раньше не занимались, хотя само КБ начинало с этих работ. Наши первые двигатели были именно двигатели, первые двигатели КБ в 1945 году, это были двигатели именно для малой авиации. Вот теперь мы вышли на этот рынок и, видите, очень успешно развиваемся. У нас амбициозный проект, мы сейчас работаем по модернизации «Руслана», вот самых больших самолетов в мире. То есть мы серьезно занимаемся этим проектом. Мы должны улучшить экологические характеристики. Прежде всего, это выбросы вредных веществ, это шум этого двигателя. И у нас уже двигатели, первые экземпляры сделаны, проходят сейчас испытания. Уже подписаны с АНТК договора по модернизации этого мотора. И вместе с двигателем будет модернизироваться самолет. Мы работаем также по вертолетным двигателям большой мощности, где мы были лидерами мировыми. Сейчас у нас также развивается этот проект для заказчика, который должен... Сейчас мы обсуждаем вопрос о заключении контракта. Вы знаете, Украина, и вместе с Моторсичем мы это владеем порядка 15-20% рынка авиации для учебно-тренировочных самолетов, и мы успешно развиваем это направление. У нас есть новые двигатели для этих самолетов, и мы модернизируем двигатели, которые уже давно созданы, и имеем контракты, и развиваем данное направление. Также мы немного начали заниматься даже космосом, я вам скажу, потому что очень выгодно запускать космические аппараты, выводить в атмосферу, используя прямо точные двигатели. То есть, получается, не надо возить с собой окислитель до высоты где-то там 20-30 километров. Это существенно увеличит... Есть перспектива полезная. Есть. Мы сейчас изучаем с КБ Южным это направление, и, в принципе, перспективы есть, потому что мы ведем переговоры также с некоторыми заказчиками. И, в общем, это направление перспективное. У нас есть весь задел для этого, поскольку у нас... Я бы сказал, одна из самых мощных в Европе экспериментальных баз, где мы многие вопросы и проблемы можем в экспериментальных условиях испытывать. Это, конечно, существенно сокращает именно доводку, потому что сам аппараты очень дорого стоят. И мы, в общем-то, смотрим в этом направлении. Мало того, я вам скажу, что мы сейчас занимаемся даже модернизацией нашего мотора, который создан 60 лет назад. У нас появился заказчик, который говорит, мы готовы купить 200 двигателей. Вот представьте, 60 лет назад создан двигатель, и он очень дешевый и очень надежный. И когда идет конкуренция на рынке, то если особенно покупатели летают, допустим, 300-500 часов в год, здесь не окупится уже очень дорогой мотор. А именно такой дешевый, надежный двигатель. Да, мы его модернизируем, там ставим современные системы регулирования, но тем не менее здесь также необходим труд. И этот двигатель может жить и будет жить дальше. И, а на место этого двигателя создаем двигатель более прогрессивный, для того, чтобы потом, через там, 6, 8, 10 лет, эти моторы мы можем уже заметить на более современные. И также просить заказчику, и заказчик, работая с нами, тоже будет заинтересован в этом процессе. Поэтому, видите, у нас плана много, и партнеры у нас, которые работают в кооперации, очень надежные, очень ответственные. И мы как начинаем привлекать уже, если раньше не было, и других инвесторов, которые готовы инвестировать в наши проекты для того, чтобы иметь какую-то долю, часть продукции выпускать у себя. Но это нормально, это во всем мире так делается, мы на это идем. Но тем не менее, ключевые все процессы, они все будут делаться в Украине, будут обеспечивать рабочие места украинцам. Игорь Федорович, вы много летаете по свету? Ну, если честно сказать, наверное, много летаю по свету. То, что
На літаках з двигунами вашого підприємства часто літаєте? Так, на двигунах є, і в Києві я часто літаю, тому, можна сказати, більше всього я літаю на двигунах нашого підприємства, тому що самоліти Запорожжя в Київ, авіакомпанія «Моторсіч» всі на наших двигунах. Якщо генеральний конструктор літає, мабуть, це найвища гарантія того, що да, все там добре, так? Да, це... Ну, і якщо порівнювати, от об'єктивно, ви ж можете подивитися на це зі сторони? Якщо порівнювати літаки з двигунами нашого виробництва українського і літаки зарубіжні, ви бачите суттєві різниці? Чи ми краще? Понимаєте, я сам один случай вам розкажу. В своє время така компанія, Россия, которая в Пулково базировалась, она имела самолеты наши, самолет Ан-148, самолеты Embraer. И сравнила их по расходу. У нас самолет по паспортным данным имел хуже расход топлива, чем Embraer. Ну, они начали изучать этот вопрос, сколько мы льем. 70 пассажиров тот и тот самолет перевозят. Сколько льем? Оказалось, что у нас самолет где-то потребляет процента на 3-4 меньше топлива. Льют реально в бак. То есть одно время дело реклама, другое дело... То есть мы за рубежом, я уже этим знаком за процессом, они берут, допустим, самый лучший... Ну, ясно, что если взять, допустим, выборку из 100 объектов, то один можно найти самый экономичный. Вот они берут самый экономичный в рекламу. У нас же не хуже. Мы пишем, что хуже быть не может. Поэтому вот эти вот рекламные данные сразу вот на 3% можно. И так и у нас такая статистика. Это раз. Второе, почему наши самолеты плохо продаются? Весь вопрос именно в поддержке. Потому что, допустим, лизинг – это в районе 3% годовых. Кто под наши самолеты даст кредит по 3%? Никто не даст. Вот именно здесь. То есть наши самолеты и двигатели, это мы анализировали по характеристикам своих техническим, будем говорить, на уровне находятся. Где-то наши в одном классе лучше, в другом зарубежные лучше. Но это опять выборка, которая вот эти 2-3% включает. Лучше, хуже, которые, в принципе, доказать ну, очень, очень проблематично. А вот с точки зрения финансирования разработки, то есть поставить, дать... авиакомпаниям, хотя бы отечественные, какие-то преференции, чтобы они эксплуатировали наши самолеты. Вот здесь у нас, к сожалению, получаются большие проблемы. А вы возьмите, все производители самолетов, ну, как правило, это наши конкуренты ближайшего самолета, типа это Embraer, Bombardier, Superjet, они очень мощную финансовую поддержку, будем говорить, финансовые структуры имеют. И они могут дать кредиты тем же нашим авиакомпаниям, но более выгодные. Так если посчитать, насколько выгоднее, если мы это все производили в себя, государство имело не просто огромные выгоды, потому что все налоги, все платилось. Ну вот, наш работник сейчас платит ежемесячно каждый работник в бюджет страны, ну, это 6 тысяч гривен. Чем больше производилось самолетов, то и двигатели, тем больше наполнялся бюджет. Поэтому можно даже кредитовать даже с помощью государства при нулевой ставке, все равно бюджет получит гораздо больше денег. Слушайте, это ваше державное предприятие, а где державные замовлення? На сегодняшний час у нас ни одного замовлення державного немає. Це ми робимо на хозрасчеті повному, заробляємо самі гроші. Чому немає, як ви вважаєте? Не приділяє уваги? Государство, можна і зрозуміти, государство бідне, проблем хватает і без нас. І якщо ми можемо хорошо працювати, то воно розуміє, що ми можемо хорошо працювати. Так, у нас є определені преференції. Зараз все-таки государство дало нам преференції для розвитку авіації. Ми можемо возити безпошлінне обладнання. Це дуже важливо, і тому ми зараз в наступному році намічаємо велику програму перевооруження. В цьому році почали, оскільки... Мы нас освободили от ввозной пошлины для оборудования, которое применяется. Ну вот именно, к сожалению, государство не найдется сильного органа, который бы взялся и сделал именно программу развития украинских самолетов. Потому что самолеты есть, и самолеты, я вам говорю, что прекрасные. Мы просто теряем время. Если самолеты летают прекрасно, эксплуатируются прекрасно, но, к сожалению, только не в Украине. Вот это. На жаль. За рубежом... И я вам скажу, Украина еще чем сильна? Мы, вот самолеты Ан, они еще сильны той нишей, что они одни из самых неприхотливых, вообще самые неприхотливые в мире. То есть они могут эксплуатироваться там, где не могут эксплуатироваться ни один самолет в мире.
Эта ниша, она есть, мы должны ее занимать и работать. Но для этого опять нужна поддержка государства. Нужно, чтобы в Министерстве обороны, допустим, или в МЧС летали наши самолеты, чтобы можно было показать заказчику. И любая страна мира с этого начинаем. Она имеет 2-3 самолета, 5 у себя, чтобы можно было показать, да, вот работает авиакомпания, да, наш самолет. То есть в целом, глобально, конечно, к сожалению, этим бизнесом у нас в государстве никто не занимается. Мы больше занимаемся самотужки, я бы сказал. Напрягаемся. Вот если в двигателе у нас еще более-менее получается, то самолеты, к сожалению, вы знаете, вот за последние 3 года мы, по сути, не построили ни одного самолета. Авиационная держава, ну куда это годится? Я считаю, что здесь очень большие недоработки, и правительству надо обратить на это внимание. Имея передовые разработки, имея все, и не выходить на рынок. А рынок забудет. Это ж очень просто. Якщо не производити. Звісно, потрібно конкурувати. Попереду новий 2018 рік, з якими планами, а можна сказати, ще надіями, ви зустрічаєте його. Ну, ми вже зрозуміли, з надіями на те, що держава більше часу буде приділяти авіаційній промисловості України. Які ще надії є у вас? Ну, прежде всего, конечно, ми, считая наш коллектив и всех, и все авиационные коллективы, которые занимаются авиационным двигателем в Украине, мы очень неплохо поработали. То есть практически мы обеспечили себя портфелем заказов, наша авиадвигательно-строительная промышленность на следующий год, и это очень неплохо. Мы надеемся, что программа государственная все-таки вступит в строй, хотя свои планы мы не строим от этого. Если она вступит в строй, то, конечно, мы будем развиваться еще успешнее. Но видите, что мы имеем ряд заказов, и сейчас ведем переговоры. Это прежде всего регион Индокитая. И я думаю, что реализовав эти планы, конечно, мы сделаем задел не только на 2018 год, а не на 2019 год. Потому что уже сейчас, допустим, обеспечил 2018 год, мы должны думать, что будет в 2019 и 2020 году. Фирма, я бы сказал, успешно развивается. То есть мы имеем перспективные проекты, которые интересуются наши заказчики. И именно сейчас я могу сказать, исходя из той политической обстановки, которая в настоящее время есть, Украина именно удобная страна, как нейтральная страна. И именно ряд потребителей именно ищут именно такую нейтральную сторону, которая от нее не зависела. Украина в этом отношении имеет очень хорошую нишу, очень хорошие перспективы развития. И я могу честно сказать, что первые 2 года это 2014 и 2015 год нам было очень тяжело, потому что все думали, что авиационная промышленность просто умрет в Украине. Но когда 2 года мы продержались и видели, что мы сохранили весь потенциал и развиваемся, сейчас у нас довольно-таки хорошее количество заказчиков, которые поняли, что предприятие именно сильно своим профессионализмом, им своими традициями и может выбраться даже из самых тяжелых ситуаций. А это, конечно, любому заказчику это нравится, когда это уверенность в том, что контракты будут выполнены. Потому что самолет, вот я вам говорил, двигатель 60 лет живет. Если потребитель покупает двигатель, он должен понимать, что фирма будет жить 60 лет. Иначе, если, допустим, 10 лет, это убытки будут полнейшие. Сейчас есть в этом уверенность, что все будет работать. Поэтому мы полны оптимизма развиваться дальше. И самое главное, этот оптимизм разделяет и наша молодежь, которая к нам приходит. Потому что молодежь – это будущее. Ігор Федорович, ефірний час завершується. У вас є можливість привітати ваших колег з наступаючими святами. Я хочу поздравить наш коллектив, коллектив нашей соседей «Мотор Січ» с наступающим Новым годом. Прежде всего, конечно, пожелать всем сотрудникам их здоровья, здоровья им близким, их семьям, потому что это благополучие семьи, это основа их работоспособности. Конечно, творческих успехов. У нас организация творческая, мы развиваемся. Поэтому пожелаю всем, чтобы в новом году были новые свершения, новые победы, чтобы поменьше было бед, побольше радости. Конечно, роста всем благосостояния, всем работникам. Я думаю, что вместе, объединим мы все усилия, мы этого достигнем, потому что наша продукция выходит на мировые рынки, и мы должны поддержать этот выход. Ну а работников всего самого лучшего.
Дякую, що знайшли час і відповіли на всі мої питання телеглядачам. Я нагадую, з вами була програма «Давайте з'ясуємо». І ми говорили про розвиток авіаційної промисловості України. До зустрічі.